В Сочи проходит форум «Такси 2022», где рассказывают про новинки, про что будет происходить вообще с бизнесом такси. И вот одна из этих новинок – это совместное производство российского и китайского автопромов. Значит, эта машина называется «Эволют». Тачка абсолютно электрическая. Посмотрите, какой здесь внутри салон. Кожаное кресло. Все, экраны, коробка, естественно, автомат. Сзади места хватает. И эта машина планируется работать в такси. Запас хода у этого автомобиля 440 километров на полном заряде. С учетом того, что в Краснодаре устанавливают дополнительные заправки, с заправкой этого автомобиля проблем не должно возникнуть. Стоимость данного авто планируется продавать в розницу 2 900 000 рублей. Также Липецкий автозавод планирует запускать линейку кроссоверов, которые будут выпускать тоже совместно с компанией «Джак», и микроавтобус. Все они будут тоже электрическими.